Записываю бой 2 на 2. У меня в напарниках 23 ранг. Против нас 2 24 ранга. Я маленько, конечно, опешил. За 3 секунды до начала боя я нажал случайный союзник. Зашел в игру. Вижу, остается там буквально там 6, 7, 5. И за 3 секунды нажал. Я, конечно, маленько был в шоке. Но посмотрим, кто у нас в этом бою получится противопоставить этим двум конфедератам. Так, сразу сходу вот забираю два ящика. Напарник тоже вот два ящика забирает. Третий. Так, вот здесь вот я, по-моему, из-под базы заберу. Напарник забирает. Нет, да, забирает. Вот здесь забираю я прям под носом. Напарник собирает. В общем, неплохо собрали. Вот здесь я маленько растерялся. Смотрите, вот мой пехотинец бегает. Вот, мечется. То туда, то сюда. Вот тоже мечется. Нужно было одного отправлять сюда, другого сюда. Вот, ну, блин. Ладно, неплохо собрали. Напарник даже вот под базами забирает. Я забираю вот здесь. Напарник забрал вот здесь. Вот. Хотел с ним поделиться, как бы, да, но... Откажется от этого ящика. Я заберу себе. Вот еще у меня под базой имеется ящик. Так, выставляю экономику. Вот, ну. Перемоточка. Здесь сейчас будет развитие. Этим напарник поставил вышку. Мышки не стал, я вот пехоту отбиваю. Каютики делаю как раз для разведки. Так, бегу на холм, ставлю вот здесь вот два маячка, чтобы видеть, когда противник пойдет на меня, смотрю. Ну, в принципе, похоже, как на Зевсеград. Попытаюсь разведать зеленого, но здесь антиразведка стоит. Ну, напарник разведал, неплохо. Вот, видим, что это Зевсеград. Вот. Оба, короче, Зевсеград идут. Я, значит, иду в ЕГХАМ, 4 уровень штаба. Напарник тоже идет в ЕГХАМ, тоже 4 уровень штаба. Стоим завода. Экономика стоит. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7 центров снабжения. Вот. Говорит мне напарник, подсказывает, чтобы я не дал занять конфедерату холм, да? Потому что у меня есть вот холм между нами, между моим противником и мной. Вот, нужно его, да, дать заметить. Вот. Я это как бы понимаю и начинаю сразу на холм стягивать до заказа. Вот. Ну, все-таки боязно, будет там авиация, не будет, неизвестно. Но рискую и уже сейчас буду выступать в нападение. Видите, здесь он пытался залезть на холм, но я оказался первее. Начинаю как бы атаковать, у него зевс имеется неплохое количество. Вот не стал я рисковать. Вот подошел второй хамелеон и сейчас буду пытаться атаковать. Напарник тем временем тоже идет в атаку. Напарник сейчас тоже хитрый ход такой сделает, интересно, надо будет тоже в бою это как-нибудь поприменять. Так, я здесь, значит, иду заказ, вниз с холма не спускаюсь, там уже грабы накидывать неплохо. Вот. Пытаюсь тут как-то вот покусать издалека, да, раз вроде отошел. И до заказ у меня идет сюда, да. А сам я начинаю спускаться с холма. Вот напарник делал ход, извините, я не показал. Часть армии под хамелеоном тут оставил, а часть увел вот сюда. И идет на синего. Синий это видит, начинает отводить войска. Тем временем я с двух сторон, тут два ЕГХАМа у меня. Сейчас тоже буду пытаться атаковать. Неплохую армию они сделали, кстати. Вот здесь светит циклон. Зеленый конфедератский лолуй оказался. Вот, светит он циклоном, и ЕГХАМ напарника разбирается. Здесь уже закатываюсь, я вижу, что часть армии отвлекается. Вот у меня есть неплохой шанс пробить. Ну, посмотрим, получится у меня пробить или нет. Выбиваются грады, чтобы они не набрасывали по ЕГХАМу. Вроде бы пошире встал. Вот. И начинаю выбивать войска, которые постепенно, потихоньку начинают подходить. Сердце мощное, 24 ранг, как-никак. Вот. Напарник здесь отступает, напарника начинает атаковать.
Вот, ну, у него с трех заводов ЗШМ идут Ягуары. Плюс вот у меня еще имеется до заказ. Если я потихоньку начинаю на красный бус нажал. Вот. Ну, сейчас, по-моему, нажму золотой, да. Перепутал пусты. Красным я тут не выживу. Вот, начинаю отступать. Не получается у меня пробить, чувствую, я теряю армию, вот, начинаю отступать, беру дозаказ. Здесь идет атака на напарника, у него дозаказ очень хороший, вот, стал он тоже широким фронтом и начинает уничтожать Зевсов, градов, вот. Отбивается он от зеленого, я поднимаюсь на холм, чтобы перегруппироваться, вот. И сейчас выдвинусь в атаку. У меня до сих пор по-прежнему два завода, вот третий поставил, но не апнул его до третьего уровня. Так, начинаю заезжать уже в наглую, вот. И попытаюсь я сейчас проехать вот сюда, вот в эту сторону. Вот. Вот, пытаюсь встать пошире и начинаю делать атаку техники. Так, конфедерат пытается, по-моему, выбить хамелеон, начинает двигать хамелеончики. Сложновато ему попасть по хамелеонам, по движущимся. Ну, вроде бы вот попадает. Так, идет на засвет циклон. Ну, всю армию я уже побил, уже поздно. Начинаю передвигаться от циклона. Зевсов у него немного осталось. Еду ближе к заводам, да, чтобы снести заводы. Напарник идет в наступление. Я так понял. Вот с этого фланга, слева. Да. Я начинаю уже здесь сносить ему армию и заводы. Так, напарник заезжает сбоку. Зеленого конфедерата армии не было, он ее все слил. Вот, здесь у него имеется пехота, ну и какое-то количество зевсов небольшое. Зевсоград. Напарник все это дело начинает потихоньку продавливать. Я здесь тоже начинаю продавливать. Циклон, который светит меня, мне уже не страшен. Вот, практически базы нет. А вот здесь я, кстати, вторым ГХМом заехал. Вот, и у напарника здесь тоже скапливается отряд. Вот. Ну, в принципе, исход боя ясен. Четвертый штаб у обоих конфедератов был. Успели они чуть-чуть добраться до щита. Ну, здесь уже идет снос баз. Вот такой вот бой, друзья. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. До новых встреч.